мама медсестра, отец врач, где я тренируюсь в бассейне пионеров. Ну и он меня привел на эту секцию, пришел в воду. То есть уже с 5 лет я кувыркался, прыгал на батуте. Не шкодуєте зараз, що такий вибір зробили? Нет, конечно, это моя жизнь, и мне очень нравится. То есть, скажем, правильный путь, я считаю, для себя я нашел и в плане спорта, и в плане подсказок каких-то по жизни. Естественно, как и в любом другом спорте, должно быть везение. Скажем, психологическая больше атака идет из соперников, да и соревновательного процесса. Поэтому больше и психология, и физика. Когда набираешь форму физическую, уже хорошо справляешься. То есть задания, ну и хорошо себя чувствуешь. В принципе, не сложно прыжки. Конечно, сюда есть какие-то препятствия, но я пытаюсь на них не обращать внимания и целеустремленно идти к своим целям. И как этот спорт изменил ваше життя? Что изменилось? Вообще кардинально поменялась жизнь. Просто во всем во многом. Многие, кого я знаю моего года, не видели того, что я уже видела. Что постанет? Сколько раз делать? Всю ночь у меня мама занималась прыжками в воду и, собственно говоря, привела меня к моему первому тренеру Баблёва Лидилана. Вы уже занимали какие-то места, да? Да, на чемпионате мира в синхроне с Варшавозом Сашей были три, на чемпионате Европы в 2011 году. Секрет успеха выступления нашей команды, ну, во-первых, профессионализм тренера, первое. То есть у всех спортсменов есть еще и личные тренера, помимо главного тренера сборной команды. Правильно организована и поставлена работа. То есть со сборной командой работают и тренер-хореограф, и тренер-акробат, и тренер по бату. Все созданы условия для того, чтобы спортсмены выступали, тренеры работали, показывали самые высокие результаты. Поднимайся, виси, укручивайся, пойди.